Да. Едем вот. Мы сами ставим. Всем привет. Сегодня мы решили пройтись в лес. За подснежниками. Видела я уже, что девчонки несли подснежники с леса. Из леса. А, Илюш? Что? Что далеко в лесу? Мегафон. Да нету там мегафона. Короче, идем. Зашли в магазин, взяли сарделек. Хлеба, правда, не было в магазине. Ну так, спонтанно. Не планировали вообще ничего жарить. Взяли детям колу. Печенье. И нам колу. Посидим. Небольшой пикничок устроим. В том году все хотели сходить, так и не сходили. Старшие дети по своим делам уехали. Кто куда. Так что мы сегодня сами. Тёма на велосипеде. Илюша в коляске. Сказал, возьмите мне коляску, а то вдруг я спать захочу. Да, Илья? Тёма уже за поворотом. В лесу и воздух совсем другой. Красота. Так, нашли первые подснежнички. Их тут много-много-много. Это... Ой, не так. Надо хорошо тянуть, чтобы длинная ножка была. Угу. Пойдемте, там дальше еще их много-много будет, Илюш. Рви. Ниже бери пальчиками, еще ниже по стволу. Да, вот так. И тяни. Вот, видишь, ты правильно сорвал. Умничка, понюхай, конечно. Пахнет. Конечно, пахнет. Еще у нас в саду есть колокольчики. Лянь, там их много на полянке. Пойдем дальше, он папа уже пошел. Пошлите папу догонять. Колокольчики у нас во дворе. Колокольчики. Да. То не колокольчики, а пролески. Да нет. То пролески. Нет, не спорь, Тём, я-то знаю. Ну вот придем домой, я тебе покажу, то пролески. Называется цветок пролесок. А если синие? Синие пролески, да. Колокольчики совсем другие, Тём. Ну скажи. Колокольчики выглядят вот так. Они синие, только... Догоняй папу, Илюш. Спущенные, и все, это колокольчики. Да. Звонят. Звонят? Понятно. Так, нашли мы полянку, где есть пенечки. Ух ты! Не, с корнем нельзя, Тём, с корнем нельзя. Не выкинуть, ложи. Возле дома посадим. Здесь подснежники растут прямо аж на дороге. Везде их очень-очень много. Илюша, я сама буду рвать. Ну, один. То, что ты их рвешь, неправильно. Очень много подснежников. Плохо вам видно из-за листвы. Да, чуть-чуть. А подснежников много. Плохо видно то, что листва. Вот они. Подснежники. Боня, не мешай. Тоже с корнем получилось. Ну, ложите на колясочку. Вот целая полянка подснежничков. Да. Класс. Сейчас достану, Илюш, не лезь туда. Идем лучше с папой. Нет, он Тёма подснежники собирает. Папа жарит. Мам, да не белые палки. Да.
Папе будешь помогать? Угу. Мам, дашь мне папку? Я буду дать еще одну. Да, там одна осталась. Сейчас папа тебе даст палочку, и ты пожаришь. Пап, я сам пожарю. Все, идем домой. Идем под гору, уже запыхались. Даже Илюша вылез с коляски. Взял Боню. Сегодня у нас Боня на поводке. Идет с Боней. Мама, Боня прям стояла. Угу. Тем, тут под бугор тяжело на велосипеде. Вези в руках. Я уже аж запыхалась. Идем аж вон оттуда, снизу, снизу. Дорогу. Да? Да. Под снежником нарвали? Да. Много-много, да? Да. Завтра подаришь тренеру, Кире. Немножко. И немножко себе оставим. Ну, для да. красоты. А под штучек мы им дадим, да? Не, опять это мало. Там пучочек небольшой. А, я знаю. 10, да? И 2. Ну, посмотрим, Тём. Надо ее коляску привязать хотя бы. Коляску? Да. Сейчас будем выходить на дорогу, на трассу. Слышал, что есть ездовые собаки. Я даже вижу дорогу. Ездовые профессора. Постойте. Что? Да вот. А, ну застегивай. Все. Идем. Не задавали? Нет. Круто. Зато маме поделку делать надо. И да. рисунок. Подожди, а когда у вас труды были? Сегодня? Да. А он ничего не было? Нет. А ничего не говорили? Да не, Матвей. Говорили. Взять бумагу. Матвей поделился со мной. Понятно. И что вы делали на трудах? Ракету. Ага. Сделал? Надо было. И еще украсить. Ну ты украсил, сделал? Да не, немного там надо подделать. А, ты домой взял, да? Да, портфель лежит. А, ну значит сделаем. Илюша, не спеши, там уже дорога. Да, понедельник будет выставка. Давай мне Боню. Давай. Мама, понедельник будет выставка. А ты за коляску держись с папой. А, мама. Да, еще и понедельник. Давай вместе, мама. Ну, давай вместе. Мама, понедельник, надо еще отдыхать. А то я хорошо. Понятно, новая. Новую книжку выдали, да? В смысле, опять на Воробьевку? А, давай я сам. Опять на Воробьевку вышли? Нет. Так, перешли мы дорогу, трассу. И вышли мы не на Воробьевку, а перед Воробьевкой. Дома. В ту сторону наши дома. А там уже Горловка. Мы вышли перед больницей, получается. Тише. Давай велосипед. Иди с ней. Ну, шлак посыпали, молодцы. Чтобы грязи не было. Нет, 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 отойди от велосипеда, ты упадешь на нем. Ну, там на ровной дорожке, хорошо? Давай на таком. Улица Никитинка. Тёма, аккуратно, отходи оттуда. Колеса, ну, чтобы сюда никто не заезжал. А, сюда, да? Да. У папы перед велосипедом не ходи. А, я могу коляску пойти. А ты, а я Боню, да? Ну, давай. Поменяемся. Бери. Ну что, поехали? Пусть папа впереди будет. Не надо, не обгоняй. Угу. Вот это да, по наследству Илюши достается.
А Тёме надо новый. Кого? Велосипед. То, что этот маленький тебе. Вот так вот. Вези, вези. Вези, как тебе удобно. Ну, вот так вот удобно. Ну и вези. Только, ну, о, мусорник. Тут когда-то был дом, видно. Все растянули, разобрали и сделали мусорник. Выкидывают сюда весь мусор. Все заросло. Вот, все. Мне нормально. Ой, а как дальше проехать? Давай помогу. Не, Боня, я тебя не пущу. Много бродячих собак гуляют прям стаями. И вот таких вот маленьких загрызают, разрывают. И поэтому мы ее взяли на поводок. Так, с этой стороны у нас уже больница. Тут дома. Вот в этом районе, честно, я бы купила дом. Все рядом. И больница, и школа. Ну, садик чуть дальше, правда. Остановка рядом, магазины рядом. Все рядом. Там больница. У нас. Так что идем домой. Да нет больше. Так, вот поликлиника наша. Что, деревья там, да? Ягодки, да? Нет, то плохая ягодка, ее есть нельзя. Но это погреб больничный. Погреб. Нет, там овощи хранят, продукты. Больным-то кушать варят. Это Тёма поет. Вот и вышли мы на свою дорогу. Почти дома. Да, Боня? Боня с нами всегда гуляет. Так, ну что, мы уже пришли к нам во двор. Ой, сейчас покажу вам цветочки, которые мы нарвали. Вот, целый стаканчик подснежников. Они уже закрылись, потому что уже вечер. На ночь они закрываются, а утром раскрываются. Там детки качаются на качельке. Во дворе так чистенько поубирали, вообще красота. Пока Жек этот дождешься. Но в том году они катались, Илюша был легче, неудобно было. А в этом году Илюша тяжелей. Осталось там в палисаднике под окном поубирать и все. А так уже все поубирали. Не знаю, хотим еще заборчик сделать вот этот. Ну, посмотрим, если доски найдем, хоть какие-то. И здесь хочу я, наверное, в этом году куплю рассаду помидор, посажу помидоры. Тюльпаны вот эти отцветут и посажу как раз помидоры. Как раз время будет, можно будет сажать помидоры. Может быть, что-то и будет. Ой, как мы любим хозяина, да, Оди? А ну еще, еще почухайся. Вот, молодец. Оди, давай еще, еще, почухай щечки свои. Почухай. Вот так.
Там борода еще не бритая, колючая, хорошо, как щеточка. Ой, так. Еще одна просьба. Ой, так. Ой, так. Да, Оди.